Доброго времени суток, с вами Сергей. И сегодняшний наш видеоролик будет видеоотзыв вот про такие горшочки чудесные. Сейчас зачитаю, кто производитель. Так, горшок. ИЗП, ИП Киселев, АЮ. Адрес Кострома, улица Талиниста, дом 7, дробь 9. Ну что ж, заказал я такую партию горшочков. Купил 10 штучек. Это сам брал последние сейчас с коронавирусом. Хорошо, большую партию не заказал. Начал, приступаю я сейчас к рассадке кедров. Мне надо пересадить кедры. Вот здесь вот корейские пересажены. Хотел вот в эти контейнера посадить десяточек сибирских кедров. И только первый я контейнер набрал с землей, поднял его. Получилась вот такая картина. Просто вот берете, вот смотрите. О, вот это называется современное отечественное качество. Тут, конечно, надо, думаю, наверное, другим тоже подсказать, что такое барахло брать не стоит. Я понимаю, что не каждый видеоотзыв будет смотреть. Ну что ж, в общем, вы сами все видели, что получается. Вот такие горшки, представляете, денег за них заплачено. Партию. Мне даже не сколько денег жалко, столько то, что мне некуда сейчас сажать. Ну что ж, на этом видеоролик закончим. До свидания. С вами был Сергей.